Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 26, упражнение номер 33. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений в два действия. Так как у нас есть скобки, мы должны будем вспомнить порядок выполнения действия, что сначала выполняется действие в скобках, а затем уже за скобками. К разности чисел 18 и 9 прибавить 3. 18 минус 9 равно 9. 9 плюс 3 равно 12. Из суммы чисел 3 и 8 вычесть 9. 3 плюс 8 равно 11. 11 минус 9 равно 2. Из 15 вычесть сумму чисел 7 и 4. 7 плюс 4 равно 11. 15 минус 11 равно 4. К 15 прибавить разность чисел 13 и 6. 13 минус 6 равно 7. 15 плюс 7. 5 плюс 7 равно 12. 10 плюс 12 равно 22. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.